Да, у них как и грустят-то немножко по-другому. Да, а теперь рассказ о великой песчаной реке. Она такая большая, она такая песчаная, как называется, я не знаю. Но большая песчаная река. Вы сейчас послушаете, да, река течет куда-то. Плывут сибирские девчата. Программу 30 декабря играли, и она называлась «День до». И мы даже сами не представляли, до какой степени мы угадали вот какую-то ситуацию, причем не только свою, но, наверное, и мировую. Мы не уходим от слов вечного молчания. Мы не простираем рук, что вне надежды. Довольно того, что мы даем и берем. Мы не до конца изжили радость, чтобы брать от вина страданий. И от нас гимн. Гимн мандолине, скрипке, контрабасу, гимн труду, гимн жизни.
Браво! Николай Усенко, мандолина. Сергей Астафьев, скрипка. Евгений Пузиков, контрабас. Спасибо, дорогие друзья. Мы рады, что вы были с нами, а мы уходим в отпуск. Мы заслужили. Спасибо. До свидания. Спасибо.